Шалом. Мы привыкли, что такое действие, как благотворительность, как пожертвование, называется в Торе цдака. Но есть еще одно важное слово, которое не всегда используется, называется трума. В свое время наши братьев, которые ходили по пустыне, должны были скинуться и построить храм. Вот та часть, которую они давали, это можно было быть золото, серебро, медь и так далее, все эти вещи входили в строительство храма и назывались трума. Так вот, по отношению к трума написано такое слово. Скажи сынам Израиля, пусть возьмут мне приношение. Дамы и господа, обычно, когда мы что-то даем, мы даем кому-то. Когда мы что-то берем, мы берем себе, но взять себе очень редко такое бывает. Или здесь есть какая-то скрытая цель. Вот написано, что слово «трума» переводится не только как приношение, а как возвышение. От слова «маром», «легарим», что-то поднять. Человек, который участвует в строительстве храма, он, давая, берет себе огромную часть. Он будет получать от этого всю свою жизнь. Поэтому намекает нам Тора именно по отношению к трума, к тому моменту, когда мы строим храм. Сейчас, когда ты что-то строишь, ты будешь получать этот свет навсегда. Сегодня храма нет. И любое святое поприще, которое мы задумали, в котором мы участвуем, которое мы совершаем, мы строим Всевышнему храм. Любое благое действие – это маленький камень в стене будущего храма. Это перекрытие, это стол. И дай Бог, чтобы вот мы всегда давали с чувством, что мы берем. Причем здесь нет какой-то корыстной цели. Я даю, чтобы взять. Нет. Нужно знать, что давай, я действительно беру. Я, моя семья, мои дети, мои близкие, мы, давая, участвуя в этом, 100% получаем. Как? Только Всевышний знает. Но Он возвышает нас, поднимает нас. И сейчас как раз у меня есть большая возможность благословить всех тех, кто помогает нашему скромному поприщу, вот этим всем урокам, которые распространяются по миру. И слава Богу, Барух Ашем, приносят плоды. Шалом, шалом. Thank you.